Итак, а вот и второй матч сегодняшнего вечера. Пара команд Madhouse против VN на наших с вами экранах. Первая карта будет убежище. Ребята почти в полной боевой. Ну и мы, полагаю, тоже, да, все, мы-то рейди. Рейди стыдни. Да, только я КД еще раз даю, так что... Wait. Все понято. Wait. Так. Я вот где-то видел, слышал, что в Америке на светофорах, когда ты нажимаешь... кнопку, чтобы перейти. Там вот как раз красивенько так озвучивают, приятненько. Wait. Подожди. Подожди, паровоз, не стучите колес. Кондуктор, нажми на тормоза. Победила это красная, все, это уже понесло. Команда. Ну, пока что только таким мы и можем заниматься, потому что пауза в матче такая вот небольшая, с первого раза не получилось прогрузиться. И ребята идут на перезаход, потому что краш. Краш. Так. Как коса вообще? А, чуть ранее, ребята, это для тех, кто уже, наверное, смотрит в повторе этот матч. Играли дуэльку. Дуэльку играли... Вот мне довелось поиграть на множестве девайсов, получается, кроме пистолетов, наверное. Вот на ножах, наверное, самое интересное и фановое, и, типа эмоции и так далее. Вот, ну, есть что-то в этом. Вот пока Максим негодует, потому что ему вот соперника на калашах еще не завезли. Да я не то что негодую, я понимаю то, что ребятам надо фармить, но мне просто скучно. Я смотрю на этот карабин, когда меня убивают, и я просто смотрю, как у него все в точку летит, и я такой, ладно, ок. Типа, ну да, хочется какой-то нотки рофла, фана, мы все-таки это как развлечение придумывали, а не как фарм кодов, которых так туча просто. Не, ну, фарм кодов тоже, есть. Только вот, ну, чтобы это примерно на равных было по проценту, что и фан, и ну, коды. Ну, понятное дело то, что если, ну, как бы и фан, и коды, потому что если бы не коды, мы бы их здесь не разыгрывали. Просто хочется что-нибудь профлянить. Вот вчера на РБшках мы пострелялись, это прикольненько было. Я просто вспоминаю два раунда, которые я слил, где у него оставалось просто на тычечку. Я такой, ай, кишок, у меня тонок был, скиллухи не хватило, парень меня переиграл. А тут выходишь, тебе просто полкарты пробегаешь, он еще на респе стоит, уже у тебя пол хп нет, потому что у него карабинчик с прицельчиком, он у тебя с дальней без отдачи. И неинтересно, неинтересно. Сейчас как рачок вот, как будто этими щупальцами просто. Ну да, может быть. Ладно, друзья, смотрим за продолжением этого игрового вечера. И начало уже печальное для команды VN. Они теряют Эву, следом теряют еще и Хилая. 5 в 3 в целом ситуация сейчас у VN. Минус есть от Кентухи, минус от Майка в ответ. Ну вот уже и 3 в 3 можно обрабатывать. Там Дайзекс что-то пытается сообразить под Бэплентом. Ему это, кстати, удается. Нашел минус на Эвастейшена. Но вот с план... Ага, ну окей, еще и с планом справился. Так что остался один Лакост. Лакост. Один. Информация про него должна уже появиться. Кентуха наверняка должен был слышать. Или же нет? Или же нет? Нет, нет, нет. Инфы нет, походу. Но вот сейчас открыть. Ну, тут можно заплатить, по идее, хпшками Майк, потому что 4 хп, да и не страшно, что отдать за информацию. Но сейчас и так вышло. Майк сам забирает. Есть раунд. Первый для VN. Было неудобно для них, когда Даня выходил за спину, да и более того, мог вообще там одного или... ну... двоих или троих вообще убить. То есть он немножко не досидел. Был такой моментик. Но вот опять же, в следующий раз, может быть, посидит подольше. Потому что, опять же, была позиция, куда бежать. Вот такой вот вопрос. Поэтому мог бы и посидеть. Ну окей. Лакост. Издалека человек, вот у него есть точка. Отличнейшая. Видит двоих-троих инфу дал, но не более. А Дани сейчас всю работу за... Тиму это делает. Минус 3 на проходе соперника. Закрывает более чем отлично сейчас. Перемещение обороны. На тачку Сент-Мари. Его выключает Дайзекс. Дайзекс вообще тут тоже шедевральные минуса выдает. Просто выходит на тачку. Там забирает одного. И в прыжке соперника ловит. Класс. План последний. Дайзекс пленту. Он редовая информация. Поэтому должна быть. Как минимум потому, что там где-то холеник. И что-то вот вроде в него залетело. Он подпрыгивает, пытается байтер, открытие, план теряет время на свапах, открытие Эва, который пытался помочь своему тиммейту, не удалось ни тому, ни другому сейчас забрать по себе фраг. Эва, есть время и позиция, он открывается, ну и план хорошо. Делает красиво.
Ну, на 1% здоровья остается, только это уже не важно. Да, точка была установлена, так что план красавчик. Хладнокровные действия приводят его к победе в этом раунде, ну и едем за продолжением. В целом мы Мэтхаусов хвалили с тобой за последние несколько дней. Действительно, очень уверенный состав у нас с тобой сформировался. И парни вполне себе могут претендовать сейчас на топ и обыгрывать своих соперников без каких-либо там проблем, если сами себе не будут заливочную привозить. Дэниэль все так же в форме, третий раунд на ходу, а у него уже 5 фрагов в кармане, так что все прекрасно. Теперь занимает позиции длины, у него саппорт будет лакост, как таковой коннектор никто не мониторит, может быть в дальнейшем это и станет какой-то проблемой для игроков обороны под аплентом, но навряд ли что в этом раунде. Идет смещение под бэплент, и атака Майка уже приносит минус на плану, но размен от Сайнт-Мари есть, Дайзекс пытался там что-то придумать, не получилось, его добили. Остается один хилай против троих, он пытается заходить сейчас под аплент, но лакост, будучи в коннекторе, прекрасно слышит все это перемещение, так что Хилай, по сути, должен прийти сейчас в ловушку. Пытается ставить в открытую, но там уже два игрока в коннекторе. Вестейшн выбегает просто в наглую под бумсайт и срезает Хилая за лакоста. Раунд номер два. За лакоста! Ты сейчас вот надо было чуть больше, вот знаешь, вот огонька под... За лакоста! И полетели вперед. Ну, что-то вот такое. Ну, это так, нужно прибадривать тиммейтов, чтобы в моменты, когда они вдруг расстроились или такие вот, ну да, сейчас поднимемся, начнем, думаем, давай, мужик, ты сможешь, или давай, мадемуазелька, ты делаешь красиво, ты можешь, все, вера, вот, вера в тиммейта, самое главное. Вьена, когда наступит момент, когда они начнут делать красиво, у них есть огонечек тоже, если про него говорить что-то, и дисциплина, то, на чем они могут разыгрывать свои раунды и побеждать, еще, походу, нужно время на раскрытие. Небольшой росточек они, конечно, посадили. Один раунд они с этого смогли, наверное, поднимать. Но там, правда, да, не в дисциплине дело было. Они просто отграли этот раунд. Так, а, да, тут план забрасывает хаешку. Кентуха вроде бы чекал боковой, ничего не предвещало беды. И тут бац, и тебя взрывает Майк. Открытие свап прямо перед соперником. Приводит его к смерти. 3-3 ситуация. Дайзекс ждет тиммейтов. Он один просто. Ну, опять же, Хилай уже вроде как на подходе. Сейчас шарта должен будет действовать Эво, но Эво пытался еще высидеть своего соперника под мидом. Выжидал, может быть, кто-то натопает. Хаешка в секрет, Вестейшн живехонький, 32 хп, находит еще и минус в Эво. Может быть, еще один фраг найдет, но Хаешку в плен засылает. Там план вроде как пытается еще спасти Эво. Нашел минус, остался один Хилай. Ну, давай. Твой звездный час. Но он на боковой, и по нему уже появилась инфа, так что информация есть. Самое главное сейчас просто не прожимать лишний раз, не подставлять самих себя. Но вот минус есть, все-таки Эво Стейшена добил, но его был и так максимально битым, так что там небольшая потеря для Мэтхауса. Хилай, хитер. Нормально. Сделал вид, что отходит сейчас в коннектор. Сам смещается под мид. И сюда же направляется лакост. Есть минус. И план уже на песках тем временем. Ну вот, да, свапался, приехал. Ну вот, да. Свап ребят убивают. Свапы убивают. Там Матео делал предложение тебе. Ну, вроде бы было бы здорово, ну, знаешь, если бы девочка делала предложение. В общем, предложение такое. Играть в прятки. Что-то по типу, ну, замену, наверное, ивента на дуэли. Вот, но кажется, прятки не подойдут в плане того, что про экран, вот, тут все видно. Прятки не удадут, не удастся вот так вот реализовать, просто из-за того, что видно. Ну это все. Если только меня постоянно прятать, а ты это дело будешь снимать, но не показывать меня. А, так у тебя мой ник будет отображаться. Да. Нет, ну тут прятки, конечно, тема прикольная, но да. С реализацией надо еще подумать. Ладно, смотрим, Мэтхаусы уже за четвертым раундом выдвигаются. Хилай вместе с Майком крайне битый, в принципе, до них добраться не должно составлять труда. По 15 хп, ну 15 и 14 хп у команды Виен на общую сумму 29 хп. Но и с этим можно что-то придумать. Смог сейчас под деревом. Аккуратный проход на шифтах, на картах. План пока что ничего не знает о своих оппонентах, но пик под смок может привести к провалу того же Майка. Ага, тут еще и хаешечка есть. Ну, хаешка немного не по таймингу. Точнее, не по таймингу, а не по адресу прилетела. Сент-Мари зато открывается на Майка, нашел минус. И там Хилай пытался еще как-то схитрить под мидом. Но тут здравствуйте, Эво Стейшн, который прожимает коннектор и приносит четвертый раунд команде.
4-1. Ребята выходят в обе, есть на тему чего подумать. Сейчас, да, у них не удается никак вообще свою игру построить. Вообще хоть на чем-то. Такие дела. Илюха, а помнишь, как Старый комментировал Тафа? Так помню, конечно. И даже более, наверное, скажу того, что горел желанием, допустим, попасть на матч, который именно он будет комментировать. И знаешь, удалось. Удалось непросто. Там он какие-то вроде финалы комментил, и потом на лане. Не знаешь, как приятно было. Еще тем более, что тогда был 9-й сезон Страладера, и мы еще тогда второе место заняли, так вообще ж красота. И типа вот, знаешь, чистое уважение и так далее. И после матча встретились, пожали руки, типа здорово, здорово, классно играли, все, вот, вот так вот. И знаешь, вот тут прям на душе вот кайфово становилось. Вот такие вот моментики были. Это немножко нежности, ламповости вот вам поделился. Вот такие вот, ребят, дела. Не знаю, вот если, допустим, сейчас у людей какая-то мотивация, чтобы, знаешь, попасть на стрим, но, правда, не так, наверное, сложно, с одной стороны, но вот если вот есть у ребят что-то такое, знаешь, попасть именно к нам, чтобы мы там зашли, вот что-то такое вот, что было у меня в свое время, не знаю, есть ли у кого-то сейчас, это какое-то что-то сокровенное, возможно, так не каждый сможет поделиться, возможно, опять же говорю, вот, но было бы очень приятно, классно, даже если никто не скажет, что-то такое осознавать или стремиться, по крайней мере, к этому, чтобы людям нравилось тем, что чем ты занимаешься, и вот мы стараемся. На самом деле, честно, ребята, стараемся делать для вас красиво. Минутку ламповости. Вот так, обозначили. А тем временем Даня забирает два фрага для себя, Майк забирает в ответ, и 2-3 ситуация для атаки. Вроде бы светит альфа, пройди сюда, но нет, там уже на перемещении играет сейчас план, поэтому просто так не пройти. Сим растрогался. Не сказать. Чего? Я выдаю коды за 15 тысяч баллов. Сидел он тот. Ну, конечно, да, я полностью согласен с тем, что ты говорил. Было бы прикольно, если бы ребята тоже горели. Да, я думаю, кто-то желает поиграть по трансляции. Они же нам и пишут на каких-то боевых буднях и так далее. Да, сейчас трансляции проходят очень часто и на разных турнирах, поэтому есть возможность влетать на эти трансляции. Ладно, об этом чуть позже с вами поговорим. Давай смотреть, что в этом раунде придумают для себя игроки VN. Пока что ситуация у них далеко не самая лучшая по счету, и надо как-то выкручиваться. Хилаю удалось найти минус. И будут ли они обрабатывать апленд в дальнейшем? Ну, пытались бы, наверное, если бы Майка сейчас его стейшн не выключил на подходах к кухне. И Хилай один через длину. А там в тупике сидит план. Хаешечку бы сюда, было бы тоже шикарно. Но план уже определенно слышит Хилая. Хилай выходит на чек, хороший преф, есть минус, но при этом сам страдает немного по хп, остается на бетре. Не-не-не-не-не, уходит под плент и попытается здесь что-то придумать против Эвастейшена, который уже вышел на бетер. Эвастейшен получает порцию урона, еще и хаешечка выманивает Эвастейшена, но тот выходит уже в упор, там одна голова у Хилая торчит, 19 хп, и есть добивание от Эво, это 5-1. Более чем отличный и уверенный счет для ребят, это подспорье к следующим играм. Ну, не то, что к следующим даже, а просто вот сейчас доиграть этот матч. Вот все идет вроде бы как надо. Ты чувствуешь то, что у тебя получается, дискомфорта никакого. Вот вот так. Ну, а Виены, да, снова думать. Что делать? Ну, опять же, наверное, только лишь банальное стрелять, потому что сейчас вот не удается ребятам себя реализовать, наверное, с точки зрения вот фрагов, дать минус и выйти. Хотя бывало вроде бы и такое, что они давали минус, но дальше не работали. Ну, посмотрим, в общем. Слэм крутой комментатор. Тафа, Слэм. Тут как раз-таки народу-то хватает. Тут не одни они были тоже. Вот. Ну, кому кто запомнился. Ну что, поехали на вторую половину, где игроки команды VN против команды Madhouse. VN'ам надо выбираться из ямы со счета 5-1. Ну а Madhouse, в свою очередь, на ноге врываются на мид. Дайзек останавливает только Дэниеля. Далее размен от плана, и можно атаковать в теории уже апленд. Но, тем не менее, у мида нет поддержки абсолютно никакой. Здесь Сайнс Мари теперь попытался сыграть более агрессивно. Тоже не получилось. Правда, заход под бэпленд уже имеется. Там Хилай играет на секрете, но под него хаешечку засылают. Да, есть осколочный.
отлично. Есть 27 хп, лакост минус. И слышит еще смещение Майка. Да, Майк нашел фраг, но размен был моментальным от Эвастейшена. И это 2 в 2. Выбивание будет с боковой, плюсом выбивание через КТ-спавн. Бомбу пока что не торопится ставить Мэтхаусы. Они понимают, что Виена где-то уже по дороге как раз-таки к пленту. Но и от секрета действует Эвастейшен. В принципе, позиция более чем дефолтная. Самое главное не проморгать того же Эво, который выходит в спину. Ай-яй-яй, как неприятно. Контакт есть. Эво против Эвастейшена. Вот так. Открытие на КТ также еще и кентует. Эвастейшен приходится оборачиваться и очень сильно, так я бы сказал. Кстати, уйдут ли вообще на альфу или нет? Будут все-таки, может, здесь разыгрывать? Ну, тут все, добивает Эвастейшен. Есть фраг, есть раунд. Отстояли. Решили не торопиться с постановкой и сейчас отыграть от позиции. Это им удалось реализовать. 6-1 на табло. И вот уже минимум ничью заработали. Красота. Смотрим сверху. Даня вроде бы разбегается. Сейчас и может быстро влететь на стенку. Хорошие хаешки. Смоки залетают под это все дело Даня. Выбросает свою. Планту Бутока. Пачка по Эва. Кстати, Даня сейчас, наверное, зазря отбегает, потому что, да, Бутока-то именно и бросал хаешку, уже предназначавшуюся для Дани. Но взрывается на Милокост. Тоже вроде бы горит неплохо кентуха. Даня. Мы смотрим от лица Дани. Сейчас у него, да, такой вот динамичный раунд. Пытается вроде что-то бегать на... наделать шороху для оппонента. Ну, сейчас это вот, вот так вот. Ну, все, удалось им реализоваться. В принципе, везде, говорю, побегал. Везде вот, вот пытался быть проблемой для соперника. Но добился своего. И команда тут. Команда, более того, побеждает в этом матче сейчас, и формальные раунды должны быть дали. Не знаю, Виены хотят команда ли вообще продолжать, а то вот так вот вышли. Может быть, конечно, обсчитались, и знаешь, на дизмораль какой-то, типа, да. Но так. Сейчас посмотрим. Там, опять же, у Виенов сегодня один из решающих матчей. Есть такое. Сегодня, насколько я понимаю, да, вообще решающий именно день как раз-таки, завершающий эту неделю да. Игровую. Для ребят все сегодня станет ясно. Ты нажимай там. А, да я, да, конечно. Я просто обернулся посмотреть на второй экран и как раз открывать группу, что можете сделать и вы, ребята, по ссылке. И в описании она есть, по трансляции, и arenafighting.com. Заходите, смотрите, групповая стадия номер один легендарного дивизиона 14 сезона. Так, ребятки, давайте сделаем с вами отмашку. У вас 120 человек, и отмашка будет следующей. 120 топовых ППшников. Ага. Пишите ничего мне себе в личные сообщения, 120 топовых ПБшников. Я могу еще раз повторить, 120 топовых полностью ПБшников. Полностью, ребята, я просто да. Вижу, как кто-то пишет просто 120. Полностью, полностью, 120 топовых ПБшников. 120 можно цифрами прописать, но далее уже словами непосредственно. И я вам сейчас закину ссылочку на меня. На тебя, на тебя. Ссылка летит в чат, на тебя. 8-1 пока что. Мэтхаусы стирают, и у них такая игра вроде бы вчера еще была, что они вот просто не оставляли шанса, стирали соперника. Для них это максимально типа, приятно, конечно же. И, знаешь, они поднимаются по группе, мало того, а более это то, что крепчает в следующей игровой неделе. Как-то вот так. Хилай разряжает обойму в сторону Сент-Мари, забирает по нему фраг. Дазикс погиб, только теряет свое здоровье на пункту. Сейчас и куда-то он стремительно пытался бежать с ножами, но погиб. 4-3 ситуация, перестрелка, на которой его погиб Трима-2. Ему за спину Лакост пострелял и забрал фраг. План открытия с флага, и вместе с Даней они должны добирать Хилая. Получил Лакост, весло, не попадает сейчас. Еще одна попытка, мог бы, кстати, не рисковать далее, но думает тут. Поэтому можно и продолжить 9-й раунд, есть уже у Мэтхаусов. Нормально, хорошо, хорошо идут дела пока что у медов. Ну, опять же, формальные раунды, тут уже как-то на лайтах пытаются доигрывать Виены, не знаю. Я бы на их месте просто вгрызался в эти раунды, поскольку сегодня для них решающий матч. Я как раз таки сегодня от Игоря Мэддоктора слышал, что тоже будет очень многое зависеть от того, как они сегодня сыграют. И поэтому ребятам нужны здесь эти формальные раунды, нужны очки. И, ну, нельзя сказать то, что они как-то в полноги действуют, но просто на формальных раундах тоже далеко ничего не клеится. На Эвастейшен закрывает все-таки Эво. Далее добивание от Дайзекса через Секрет. И остается Сент-Мари один против двоих фуловых оппонентов на карте. Видит, ну, собственно, видит двоих уже. Но урон там по минимуму бросил, зато получил тысячу. Сент-Мари погиб, это раунд для обороны Виены. Получили сейчас для себя небольшую отдушинку вроде бы, но да, это формально раунд. Мотыл, я видел твои сообщения, да, и пусть их удалили, но я прочитал.
Да, это прикольно, это классно, да, вот атмосферная такая штука. Миссия Представляю, успешна. каково это. Все Начало классно. миссии. Разделяю твои чувства, так скажем, в этом моменте. Ну что, новый раунд. Разбегаются ребята, не стесняются, в принципе, бегут в центр карты, там Даня пытается вообще выбраться без двери, это получается сделать минус под Айзек, дали проход под КТ, возможно, также выйти на Б, почему бы и нет, Вестейшн игрался на лонге, понимает, что там кентуха с хаешка залетела неплохая, да и вот как раз-таки дело то, что подошло к тому, что на Б это открытие, хаешка в Дане, она его зонила, Хилай спокойно добирает по нему фраг, и сейчас звено атаки, основное, которое и осталось живым, сейчас выбирается на Б, то Хилай падает, опора на Б нету, можно ставить. Бомба была на боковой. Установлена. Слышал Лакоста. Лакост в упоре открытый. Должен забирать, да, есть фраг. Ну, это восточный упор, у которого уже тоже был готов, у которого была информация. Хаешка в секрет план. Ну, тут не факт, что погибнет, да. 30 хп остается. Туха последний. Но у него совсем мало хп, чтобы двоих перебороть. Ему придется открываться под секрет. И потом разворачиваться как-то еще на Эвастейшн. На Эвастейшн стоял дисциплинированно тоже. Почему я это говорю? Потому что наверняка ребята заколили о том, что сначала стреляется план, потом Эвастейшн уходит. Все вот так. Была позиция, были люди, отыграли, сделали. Все красиво. 10-2. Ребятки хитрые, конечно. Вот это вот 120 топ ПБ. Прописали. Вот не буду засчитывать. Я же сказал 120 топовых ПБшников. Вот вы, главное, в скобочках пишите, успеваете написать, что вы хотите. Карабин там, тактилайт, еще что-то в этом роде. Но вы не будете участвовать. Вы неправильно пишете эту отмашку. Вот, допустим, у меня сейчас... Как минимум 2-3 человека написали неправильно. 120 топ, 120 топ ПБ, 120 топ ПБ, еще один нахожу. И вот, допустим, следующим же, который вот из-за этих трех неправильных подписей, это Матео. Он очень редко попадает в отметки, но вот он же написал 120 топовых ПБшников. Или вот здесь... Аня написала 120 топовых ПБшников. Но они пишут полностью, почему они должны проигрывать. Отмашка была 120 топовых ПБшников, не 120 топ ПБ. Сокращать не надо было, мы даже в голос это сказали, ребят. Поэтому сами виноваты. Да, тут важное дело слушать. Другое дело, если бы мы сказали, сами сделали не так, или ошибка с нашей стороны, но нет, мы специально пометили, ребята сказали вам именно так и делать. Ссылку даже вот именно, что удобно, бросает вам и в чатик. Конечно же, наверняка все знают, где и как добраться до Макса, но вот удобство все для вас вообще сделано. Ваше дело написать, когда услышали, сделали. Так. Нужно было, чтобы 120 словами писали. Нет, тут, ну, конечно, тут уже, наверное, больше ребята рофлят. 120 нужно было циферками. Тут не нужно было. Тут, если уж, конечно, хотите подольше пописать, то 120 могли бы и буквами, но нет, цифрами, а остальное полностью буквами прописать все. Все, что нужно было. Ну что, переходим ко второй карте этого противостояния. Вьен Мэдхаус на песчанке. Мэдхаус в обороне. Ну, удачи, Вьен. Ну, поехали. А, мы, кстати, с тобой еще эти не подвели. Штуки прикольные, 10-2. Там, да. Леша найду. Подхвати пока что. Угу. Да, не проблема. Ну, тут начало медленное, что и должно быть, наверное, на песчанке в атаке ждать хотя бы в первом раунде. Я думаю, это вот нужно 99 из 9. Потому что понимать нужно, что соперник хочет сделать. Хилай, ну, мог вообще массовым пасть вместе с Эва. Вот, обождал хаишка, теперь ты знаешь, у тебя в первом раунде беда, если ты начнешь двигаться как-то вот не так. Вот я просто взорвут и все. Обожди в первом раунде, сыграй далее. Какие проблемы? А сейчас Мэдхаус ничего практически не сделал, бросив пару хаешек, убили Эва, раз, и Хилай без хп. Любое его открытие практически смерть, потому что 26 хп, ну, это почти одна тычка для любого девайса. Разумеется, там с дуалов нужно быть 2 или 3 дать, но они отдаются быстро. Еще хаешка, бесконтактный бой, вообще ничего не сделали практически Мэдхаус. Я не аннулирую, так скажем, их вообще действия, они сделали вообще все великолепно. То есть, что-то типа дефолтных хаешек, но вот видишь, они должны быть дефолтными, на них не должны были погибать сейчас игроки VN. Вот о чем я веду речь.
Ты не представляешь. Да нет, ну я представляю. Я бы тебе мог тоже пару историй рассказать, но трансляция Point Blank не про то. Ну вот, если на моей что-то будет, то я бы тебе рассказал историю. У меня за 10 лет в Point Blank историй много ПБшных. Вот так. Ну а тут пока что Хилай открывается первым в Т-шку, и Хилай уже съедают, и есть минус от клана, и попытка прожать еще и под ноль была сейчас от Лакоста, но благо Лакост не стал настолько далеко заигрываться, отошел назад, и сейчас будет выжидать непосредственно моменты с Тактилайтом пика под мид. Время тикает потихоньку, а авиенов все меньше и меньше, а это еще даже не начало выхода, они только на Т-шку на ноль успели продвинуться, откидывается еще Хае, но эту Хае успели заевейдить, правда, Дайзек где-то подставился, видимо, не ваншот на 1 хп, но все-таки 2 фрага оформил. Дайзек с 1 хп, ну и сейчас вот прям дико сложно, дико неприятно, Веном их поджимают. Дайзек, ай, ну тут уже, да, не выстоять было, с 1 хп никак, практически. Ну и раунд еще один для Мэдхаус. Пляжная девчонка неплохо написала, конечно, но не в этот раз, она так не работает немножко. Говорит, вообще-то, краткость — сестра таланта. Ну вот, ну мы специально пометили, чтобы напишите полностью. Ну а так-то, понятное дело, никто не поспорит, краткость — сестра таланта. Тут врыв на бету, пытаются ребята поставать из биен, понимая, что особо ожидать не получается, нужно попытаться самим как-то дать напор, дать темп, с которым бы уже пришлось считаться Мэдхаусом. Но они пока что разбирают PlayStation. Забирают кентулку, далее Сент Мари, минус по майку, Эва и Хилай остались вдвоем. Они сейчас еще на подходе в бету, около главки. Но вот опять же, при попытке зайти, они встретят большие проблемы. Сент Мари и Эва Стейшн играют параллельно друг друга, и поэтому прикроются сразу же. Тут просто план должен сидеть двоих, наверное. Тут уже оба обернулись, немного не удалось сделать, наверное, как хотелось бы, но неплохо, потому что тиммейт помог, его последний, его идут выжимать. Сент Мари топает, это слышит, Эва ждет. Вот, ну, тут Сент-Мари поторопился, наверное. Открытие дали, и под кишкой находится Эвастейшн был сам. А вот тиммейт как раз таки под кишкой, но в любом случае, 3-0 на табло, все под контролем у Мэдхаус. Закидывается опять же хае, первые хаешки дефолтные, зонящие игру через мид. Ага, здорово, Хилай, только дропнулся под мид, посмотреть что тут да как, и сразу же хаешка взрывается от Сент-Мари. Неплохое начало раунда, опять же, сентри килла для команды Мэдхаус. Ну и продолжают довольно спокойно сидеть на своих позициях и раскидываться гранатами. Еще одна хаешка в тэшку прилетает, которая заставляет кентуку немного переждать эти тайминги, пока хаешки падают. Заход под кафе присутствует, площадь завоевали уже для себя Виены, но завоевали тоже громко сказано. Там сопротивления как такового не было от команды Мэдхаус. Ну и, судя по всему, попытаются обработать апленд. Там подход на кишку есть, подход на мид. Но пока в миду смоки, сложно будет зайти. Но все-таки Эва принимает решение выйти на этот пик. Закрыл Лакоста, правда, далее Дэниэль вместе с Эвастейшеном разменялись моментально. Но 3 в 2 вполне еще играбельно для атаки. Правда, при этом на длине Майк уже навел шороху. И по нему есть информация у Дэниэля. Поэтому он навряд ли отведет сейчас внимание с этой позиции. А сюда еще и кентуха смещается. Так что они вдвоем попытаются нанести удар. Мне кажется, Дэниэль сейчас стоит, думает просто про себя, но он 100% что вот сейчас за стенкой стоит вот слева, но я его слышал. Он здесь, я это знаю, и тут уже идет смещение, неплохой преф, отличный дабл, Майк, и можно до плана добираться. План нашивает Майка, который пробегает в бомбсайт, но здесь в упоре еще играет кентуха, и план должен это понимать. Кентуха слышит заход на шифте, есть пачка, и первый раунд для Виен. Вот, и лучик подоспел для Виенов. Но тоже какой ценой, да и немного сами Мэдхаусы подставились. У них не линия, но стояли так вот, грубо говоря, в ряд. Было дело, но попытались, опять же. Почему бы, собственно, и нет. Наоборот, могло все выйти как раз-таки в пользу Мэдхаусов. Встали вроде бы тоже относительно классно. Если с другой стороны посмотреть, могли же стирать просто как турельки. Трое человек в одно жало просто стреляли бы. И вот вышло бы оно примерно вот так вот. Не торопится Виена. Опять же, ждая хаешки, это благое дело. Научные горьким опытом так точно. Поэтому ждут. Все, вообще даже тэшку не занимают. Мало ли что туда залетит. Там Мэдхаусы-то и не бросают. Один раз пощупали, да ладно. Понимаю то, что оппонент будет учиться над ошибками, да, своими же. Поэтому не рискуют отдавать вот так вот девайсики. Давай там прыгает на тэшке.
Это не слышно, не видно сейчас обороне. Это нам видно. Вот, кстати, хаешка разминочная залетела под Эва. И еще одна разминочная уже под Майка, а теперь заход на бету. И вот дело уже не до разминок, а уже конкретно боевые действия. Гидазик забирает правого коста, дали открытие, и оборона в считанные секунды вершит правосудие над своими соперниками. Говорят, вы куда вообще? Давай последние 2 хп, неприятности продолжаются. Прям стихи. Хаешка в Т-шку, да. Я сейчас пытался просто на ходу тоже что-то придумать. Решил не говорить, мало ли бы сейчас такой бы фигни ляпнул. Но вот что-то вот есть у меня начало так вот в голове стишочка про хаешки в Т-шку. Ну, пожалуй, потом надо будет доработать их и потом выдать. Хорошо. 4 в 1 по раундам ситуации. Мэдхаус опять укрепчают. У них все хорошо. Раунд, да, великолепнейшего счета. Так, хаешки. Снова и снова. Половина хелсбара у Майка. Более половины у Дазикса. Дела. И еще кентуха тут подставился. Вот опять же, сколько теряют хп на хаешке. Заход в площадь. Ну окей. Мэдхаусу дают им заходить. План. Ожидает, когда кто-нибудь здесь вот покажется на прицел. Нет, там соперники по нулю проходят. Вот Эва, может быть, откроется. Ну, 4 под лангом. Лохот бросает хаешку. Очень хороший. Сейчас должно быть кого-нибудь дозадеть. И есть фраг. И еще отдание на хаешке. Сколько же дэмэджа от этих хаешек, божечки мой. Эва и Хилай вдвоем замечается над Мари. Забирает его. Хорошо. 2 в 2 можно забирать Лакост. Он рядовый, но тоже найди и забери. Вроде должно быть слышно. Но нет, Эва не обернулся. Не слышно было. Все-таки не затопал. Сидят пока что, ждут с песков, вышли, почекали железо, никого здесь не увидели, сразу же отходят назад, а там Эвэстейшн на приеме. Пачка есть в Эво, и остается Хилай, который также аккуратно пытается пройти через мид, но потом резко передумал, вот эти вот свапы, выходы на ножах. А если бы сейчас Лакост решился бы пикнуть и такой, ага, вот он с ножами стоит, красавчик. Заход в упор, Хилай должен примерно понимать, где находится Лакост, выход на чек, и... Ой, хорошо, Лакост с 5% здоровья, все шикарно, подрезал своего соперника. И принес 5-й финальный раунд на первой половине. Это 5-1. Дело, ну что, 2 быстрых матча. Точнее, 2 быстрые карты от Мэдхаусов. Все может быть. Пум-пум-пум-пум. Не знаю. Сообщение в чате. Living Ground. А если на старом канале было около 16 тысяч баллов, то они прогорели. Это не старый канал, это все одно и то же. Просто канал переименовался. Все просто. У тебя должны были баллы сохраниться. Что до, что сейчас. То есть, в общем, ничего с ними не должно было произойти. Ты, может быть, аккаунт у себя сменил? Если так, то логично, что он при смене аккаунта меняются у тебя баллы. И тут заново начисляются... баллы. Ну, то, значит, у тебя аккаунт другой. Они не должны были куда-то исчезнуть. Ты мог... Нет, если бы сейчас у всех обнулилось бы после этих... После смены названия. Да, после смены названия, то там были бы у всех проблемы, а так у нас очень много людей сейчас за 15 тысяч баллов получают коды, а смена названия была уже давно. Ну, недели 2 точно. Да, порядка 2 недель. Окей. Так, ладно, поехали на вторую половину. Посмотрим, что здесь Мэдхаусы в атаке придумают. Но им надо отобрать 2 раунда, и они принимают решение сыграть на ноге. Выход сразу же на Майка, который сидит под кафе. Его пытается там растерзать. 73 хп, нашел минус, отлично. Но далее все-таки подрывается на гранате Эвэстейшена. Атака пока что не в лучшей форме. 2 игрока всего лишь остается против 4-х. Но и это можно разыграть. Самое главное, аккуратно и холоднокровно сейчас для Мэдхаусов. Сидят в VR-кафе, меды, ждут, может быть, чека с той же кишки или чека с апланта под мид, но там просто бегают виены с одной точки на другую. Эво принял решение занять сейчас погрузчик и параллельно еще успевает почекивать периодически пески. Эво на погрузчике слышит этот план, замечает Эво. Хотел потрогать, но не дается его сейчас прыжками там как-то вот так вот и уворачивается. Як Нео просто. Эва Нео.
7 Neo. Все, уже просто расстрелял проход. Там тиммейт просто добирал. Есть фраги. Отлично. Раунд для обороны. 5-2. Так. Подскажите, а кто сегодня еще играет? ВК лагает, не могу посмотреть. Далеко. Респект Yourself против Бигри будет матч у нас решающий, точнее решающий, последний на сегодняшний вечер. Спасибо, Илюх, да не за что. Так, это вроде как быстрый раунд по исполнению отказа. Сейчас в прорыве Асайда, Эвастейшн открытие на соперника, забирает легкий фраг по Хилаю, который не зуб ногой был, что здесь соперник-то может оказаться, и просто вышел не на... неподготовленным, так скажем, для него. Окей. План. Последняя пачка хорошая по Дайзексу. И 1-2 ситуации. 100 хп против примерно 140-134. 134. Есть. План. Открытая кентуха. Вот как знал. Тайминги отличнейшие для него. Соперник боком начал перестрелку и пачка залетел. 5-3. Ну и пока что не удается как-то подвинуть игроков обороны. Команде Madhouse опять же закидываются гранаты в первую очередь на длину. Там кентуху сгоняют с его насиженного места. Но все же кентуха продолжает отыгрывать более аккуратно. Отошел назад, закрылся под Б-плантом. На боковой у него еще и Дазикс в роли саппорта. На железе сидит его. В принципе, ситуация по расстановке игроков у команды VN неплохая. Заход через длину, закидывается еще несколько осколочных, и саплента эти зонящие хаешки падают под мид. Но мэдам в основном отдали контроль на карте. Они сейчас могут разбегаться кто куда хочет, делать что хотят, как захотят. Но другой вопрос, сыграет ли это победную роль в этом раунде. Эвастейшн понимает, что есть опорник на Б-сайде, замечает кентуху, контакт зрительный установлен. Но понимать мало, нужно еще как-то выбивать. Открытие на аплент, есть кишки и игрок, и это очень сейчас помогло ребятам, потому что Даня выбивает Майка, а дальше тиммейты просочили сейчас на А-сайд и могут занимать позиции. Воспешим на мужика, просто решил ворваться. Есть выпад, минус по хилаю, теперь вдвоем нужно идти как-то выбивать. Дайзекс, голова с плеч, говорит Лакост. Далее, кентуха, голова с плеч. Вот такой вот просто, как это, мясник или как его? Который вот в старину тоже был висельщик. Никнейм для кого-то, ребята, не благодарите. Висельщик. Понимаю, кстати. Или как там, отрубальщик? Ну, явно не так. Не палач. Палач, во, палач. Спасибо. Висельщик, палач. Одна и та же профессия. Стареешь, друже. Ладно, здесь Эвастейшн потихоньку выходит на Дайзекса, находит минус, и его пытается задушить кентуху, но ему явно нужна поддержка, эта поддержка приходит, но Эво срезает Эвастейшна, Сайнт-Мари играет на размен, кентуха до последнего живет, но погибает от рук Лакоста, с хп большие проблемы сейчас у Мэдхаусов, Лакост еще один минус, хаешка в плент прилетела, ее не удалось заэвейдить Сайнт-Мари, сидит Лакост в ожидании Хилая, понимает, что тот где-то близко, что тот где-то рядом, но Хилай, что это за чуйка, это просто такая невероятная, отходит сейчас как раз-таки Лакост на железо и ждет здесь смещения Хилая. Но Хилай, видимо, из-за того, что затишье под Б-плантом и бомба была не установлена, но он просто, ну, так сказать, прочитал. И сейчас... Ну и вот так вот берется раунд виенами. 6-4. Еще два раунда могут добрать и получить для себя допы. Ничью. Привычка все вот с этими допами. Но нет, пока нет. Опа, хаешка, план замечает. Нет, говорит, взрывайся сама, я тебе не помогу. Как бы выглядела помощь в том, чтобы хаешка взорвалась. Просто подходишь к ней руками, как Халк разрываешь. Ну, нет. Хилай врывает хаешку. Делает фраг по плану, но далее он погибает, потому что зашел слишком далеко не в тот райончик, как говорится. Ну и размен хотелось бы получить сейчас Madhouse, потому что два фрага по себе потерпели. Но тут, кажется, близится выход на бету, хотя, с другой стороны, Лакост в большой опасности сейчас. Открывается на кентуху, и с двух сторон его добирает еще и Эвастейшн был спиной, который делал фраг по Эва, сын Мари последний. Перестрелка против Люлина, который находился кентуху, одно хп ему оставил, но не более того. И это раунд 6-5. Опасно стало. Madhouse вышел. Ну, Мэдди может быть как-то подсбить немного темп игры своего оппонента.
Сейчас посмотрим. Вроде как довольно быстро выходят в боевую готовность, но планы в Station Locust пока сидят. Обсуждают что-то. Есть что. В обороне-то классно. Все, там хаешки, раскидки, может быть, агрессивная игра в приемке на площади. Но тут атака. Тут как-то нужно считаться по-другому с соперником, поэтому тоже надо напрячь голову. У них получалось вроде бы альфу делать. Бету вроде бы нет. Ну, то есть могли какие-то зачатки там использовать и так далее. Раскидки. Maybe, но альфу, почему бы не попробовать, через кишку, с плитом, с аркой, раскидывать хаешки, вот это ребята точно знают, я уверен в этом 100%, они это умеют, но будут ли использовать, и я не говорю, что умеют 100%, значит заберут 100%, нет, они это умеют, но, разумеется, нужно постараться, чтобы соперник поддался на ваш раунд, ну как, разумеется, с помощью вас самих же, вот, посмотрим. Пока что не торопятся, понимают, что могут лететь хаешки, аккуратно подступают к позиции нуля, чекают все упоры, ждут поджимов, план уже с предыдущего опыта как раз таки научный. Нету никого, говорит, можно идти. Оп, хаешка, много хаешек, это что, 3 хаешки, очень дорого. Вот это тоже, ребята, моменте, где, по крайней мере, я считаю, что дороговато было так отдавать. Инфы не было. Можно было проверить. Если что, тиммейты бы сзади бы как-то прикрывали, возможно. Ну, отдали на чек, ничего сверхстрашного не произошло. Что самое главное. Там сишки, кстати, смотрю, за майком он держит. Как только откроется соперник, такие, кстати, сишки. Ну, вот они вроде бы классные, а с другой стороны, они не всегда так много урона наносят, как хотелось бы. Ну, когда-то порой взрывает, так аж 100 хп улетает. Не знаю, как-то вот так это работает. Окей, Майка щупает с площади, он понимает то, что туда лучше не открываться. Но ждет Даню. Сейчас очень близкие ребята на миникарте. Смотрите, ребята из атаки. Опа! Взрывает! Да нет, пропустил уже все! Поздно! Нет! Майк его убивает, и выход дальше возможен, потому что пробивает опору. Минус хилай. Эва. Не просто Эвастейшн, а Эва. Был сейчас на железе, Даня его забирает, и вот вся оборона посыпалась, и не знаю, вот по-вашему, это из-за того, что просто Майк не взорвал? Ну, кажется, да. Ну вот, очень большой процент, вот, то есть, процентов 60 в том, что Виена не удержали плен, это то, что Майк не успел взорвать, ничего сделать против Дани. Даня получил позицию, более того, что фраг он сделал, получил позицию, открылся, и там уже пошла, понеслась, поехала, вот такая тема вся вот есть. Разумеется, все оставшиеся 40% это могли сделать что-то тиммейты, но не вышло, потому что была позиция у соперника, они просто ввалились, забрали, разорвали, победили. Есть раунд Мэдхаусы, добрали все-таки, и победа для них есть, дали формальные раунды, смотрим. Ну, поехали. Аккуратный выход сейчас планируется, я так понимаю, под позиции. Хотел сказать площади, но потом там хаешек слишком много прилетело, и Мэдхаусы резко передумали, отошли немного назад под ноль. Здесь Сайнт Мари находит минус на Майка, Дайзекс под смог прожимает, его никто не видел, Дайзекс нашел только один минус. От Лакоста был далее размен, ну и Кентуха вместе с Эво вдвоем, уже один Кентуха, можно забыть про Эво, его выключает Дэниэль. Ну и заход, ай, опасный выход сейчас был подмит, но там Дэниэль хаешки еще закидывал, увидел Кентуху, еще успел выхватить девайсы, найти минус. Но шикарный раунд сложился. Несомненно, да. Быстрый раунд в исполнении ребят сейчас дает им еще одно очко. Так, снова нерасторопно. Ожидают хаешки, ожидают поджимов. Они вроде плюс-минус есть, если это можно назвать поджимом, потому что это не закрытая страта, но... Ну, такая полузакрытая. То есть здесь вот такая полуаркада от Майка. Он просто играет на этажах сейчас. Готовит хаешку. Смотрит на пиксель. На это. И ждет, чтобы бросить. А тут еще под первым этажом Даня. Хаешка. Не увернулись, но отдали немного здоровья. Хаешка со второго этажа. Майк будет принимать с первого. Заход пошел. Эвастейшн. Вот наш шум от Майка был. Но долго перестрелка не продлилась. Погибает Майк. 5-4 ситуация. Ухо там чекает лонг. Но у него никого из гостей. Хаешка. Дороговатая. Без инфы, потому что откинутая. Там непонятно было, был ли вообще кто-то, при том, что на альфе, а точнее этажи, сильно давили. Хилай, пачка по Дане, и вот заход должен быть.
блокпост. Открывает Илая. Блокпост забирает так еще и Эва. Дайзек сыграет на размене. Эвастейшн последний. На перезарядке. Дайзекс рисковал очень сильно. Эвастейшн открылся. Пачка есть от Дайзекса. И вот он, шестой раунд для Вен. Окей. Точка установлена. Так. Сейчас момент. Я заблудился уже в этих ссылках тут немножко. Так, ты открывай нужные ссылки, ты нам... Так, 9-5, да? Нет, 8-6. 8-6. Угу. Подсбился, вот видишь. Пока всем ты ответил, пока раздал. Все говорят, сбивайся, ты не сбивайся. Спасибо. Хорошо. Так. Где у меня модератор? Сейчас найдем, подождите, что-то у вас сегодня очень много было. Да. Вот, Алексей. 8-6, 8-6. 8-6 на медов, да, у нас? Лейбл, я жду тебя в личные сообщения. 8-6 на команду Madhouse. Успел поставить, красавчик, забираешь свой приз, но не забудь скриншот учетной записи Твича приложить. У нас, друзья, с вами будет музыкальная пауза до третьего матча. Может быть, я надеюсь на это, то, что задержек там никаких не будет и матч стартанет вовремя. Если будут какие-то задержки, то мы по силам уже выйдем с вами в дуэль. Сидим, постреляемся. Ну, кажется, если паузы будут... долго не будет. Тут ребята начеркали, они же вроде бы спрашивают, заходим, да вроде бы заходят и так далее. Комната у них отписана. Ну, вот так что, тем более, через несколько минут мы к вам вернемся, друзья. Пока что музыкальная пауза.